Процедура ImScalpt является единственной в мире, которая позволяет прокачивать мышцы и уменьшать подкожно-жировую клетчатку. Также она подходит для людей с низким индексом массы тела и дает дополнительный эффект на мышцы. Чтобы узнать больше об аппарате ImScalpt, в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, в чем отличие ImScalpt от других аппаратных методик. Пожалуйста, посмотрите ролик до конца, чтобы не пропустить ничего важного. И вы можете скачать памятку с упражнениями для усиления эффекта ImScalpt, нажав на ссылку под видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на консультацию. Нам очень важно ваше мнение, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. В Доме красоты и эстетики Aristel используются все актуальные аппаратные методики коррекции тела. В нашем арсенале есть различные аппараты с различными механизмами действия. Альтеротерапия – это ультразвуковой смаз-лифтинг. Радиочастотный лифтинг на аппарате Виора, тепловое воздействие, эндосферотерапия, механический роликовый массаж и давно известная прессотерапия, лимфодренажный массаж тела. Результат на этих аппаратах будет через 1,5-2 месяца и продержится около 6 месяцев, но все будет зависеть от того образа жизни, который будут вести пациенты. Ко мне на процедуру обратился пациент, который активно занимается спортом. После проведения курса процедур на аппарате ImScalpt он заметил не только лифтинг ягодиц, но и четкое прорисовывание ягодичных мышц. В отличие от всех процедур, о которых я сейчас говорила, на аппарате ImScalpt мы получаем эффект уже с первой процедуры. Действующим фактором в этой процедуре является не тепловое воздействие, не радиочастотные волны, не ионизирующее излучение, а высокоинтенсивное сфокусированное электромагнитное поле. В отличие от других аппаратов, ImScalpt может прокачивать отдельные группы мышц. Также она подходит для людей с низким индексом массы тела и дает дополнительный эффект на мышцы. Процедура ImScalpt является единственной в мире, которая позволяет прокачивать мышцы и уменьшать подкожно-жировую клетчатку. При этом она является неинвазивной, оказывая воздействие на мышечные мотонейроны, но не влияя на структуру кожи. Процедура на аппарате ImScalpt не требует никакой подготовки, нет реабилитационного периода, но перед процедурой мы не рекомендуем плотно кушать, а после ходить в тренажерный зал. Процедура на аппарате ImScalpt проходит комфортно и безболезненно, о возможных противопоказаниях вам расскажет косметолог перед процедурой. Пациент видит результат уже с первой процедуры, благодаря фотопротоколу. Конечно, видит результат отсроченный, после проведения всего курса. Для меня, как для косметолога, это очень важно, что они видят результат и рекомендуют меня своим друзьям. В Доме красоты и эстетики Aristel накоплен невероятный опыт применения самых современных косметологических методик. Поэтому, если вам нужна экспертная помощь, приходите к нам. Чтобы скачать памятку с упражнениями для усиления эффекта ImScalpt или чтобы записаться на консультацию, нажмите на ссылку под видео.